друзья, так ли говорит Господь? Мы сейчас уже находимся в прямом эфире, были у нас технические неполадки. Мы привыкли слышать фразу «так говорит Господь» и определенные слова, и все люди в таком трепете, в ожидании, значит, что дальше говорит Господь, да? Тема сегодняшнего эфира «так ли говорит Господь?». Естественно, кто спрашивает? Спрашивают мы, люди, тогда как в то время, когда так говорит Господь, то мы в ожидании того, что Бог говорит каждому из нас. А когда мы встречаемся в жизни с ситуацией, когда слышим «так говорит Господь», что происходит в нашем сердце, что происходит внутри нас? У некоторых людей сразу же приходит особое чувство благоговения, что это Бог сверхъестественным образом говорит в мою жизнь, что это Бог что-то хочет сказать такое прямо сейчас, то, что нужно сделать, то, что нужно выполнить. Одновременно другие люди, ну, как-то с иронией, с сарказмом, с таким высмеиванием, ну, какой-то там Господь вам говорит, ну, что-то там, не может такого быть, оно было когда-то, сейчас уже нет. И вот получается такая ситуация, что на телевидении появляются пророки, которые так себя называют, так их называют другие люди. И вот эти люди, они предвещали, говорили, смотря так вот прямо в экран, прямо в камеру, что им сказал Бог, им сказал Господь, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет снова Трамп. И много людей, они в это искренне верили, они так надеялись. И даже один человек мне так сказал, что поверили в это даже те, которые вообще не верили в пророчества. То есть были такие христиане, которые никогда не верили ни в какие пророчества, но тут вдруг они поверили, ну или так им показалось, что они поверили. И каково было их разочарование, когда через определенное время они поняли, что это пророчество не исполнилось. И, конечно же, в данное время мы все понимаем, что буквально это пророчество точно не исполнилось. После этого мы видели некоторых пророков, которые выходили, каялись, вот так вот тоже на телевидении, так же, как они пророчествовали. А другие пророки продолжают стоять на своем, что нет, все-таки Трамп каким-то образом все-таки либо есть, либо будет президентом, вот-вот-вот, где-то когда-то в ближайшее время. А другие пророки, они просто, так сказать, ну, куда-то пропали, так вот, тихонечко исчезли из нашей жизни. Вот. И поэтому вопрос, который у нас появился, это, конечно же, что случилось, что произошло? Являются ли эти пророки истинными или не являются ложными? Если они являются ложными пророками, то почему церковь ничего не говорит, ничего не делает в отношении этих ложных пророков? И, конечно же, последний вопрос, что сделать так, чтобы таких пророков ложных больше не появлялось, а были только истинные пророки? И, конечно же, я хочу поприветствовать гостей, которые у нас сегодня сейчас в студии находятся. Человек с 10-летним стажем в пророческом служении, диакон церкви Сергей Лысак. Приветствую, Сергей. Приветствую вас. Приветствую. Сергей, вот у меня такой вопрос, вот как к человеку, который сам непосредственно переживает действие благодати Божьей, получает откровение от Бога, и помимо этого даже служит в этом вот пророческом служении. Как это вообще было таким возможным, что люди, даже те, кто не верил в пророчество, либо так даже негативно высказывались в отношении пророчеств, они вдруг начали как-то так сильно верить, и так же сильно потом и разочаровались, и опять сказали, мы знали, что эти вот пророчества, эти пророки, они всегда такие. Вот как это вообще, ну, так реально возможно, чтобы так получилось? Я думаю, что именно этот вопрос, он включает ответ фактору много на этот вопрос. И один из тех, я бы так сказал, что именно эти люди, которые слышали такое, имели сильное желание к пророчествам, они никогда не верили, потом поверили. Я бы сказал так, что эти люди, они поверили первому пророчеству о том, что будет президент Трамп. И они слышали эти пророческие изречения, слышали пророков. И вот на этой, я думаю, почве, да, люди практически получили знания, подтверждение, что президентом стал Трамп в первых выборах.
И эти люди то же самое, они подумали, также продолжали верить, что и в следующем будет Трамп. Потому что многие пророки говорили и пророчествовали, что именно в первых выборах будет Трамп президент. И мы видим, что это было точно. Но те же самые пророки, некоторые говорили, что и вторые выборы Трамп должен был победить, но оказалось совсем по-другому. Я думаю, потому что они уже видели, что пророчество сбылось, потому они верили, и что оно сбудется второй раз. То есть это было, так сказать, нельзя их назвать однозначно ложными пророками? Да, да, нельзя. Я бы не сказал, что это были ложные пророки. Это были пророки Божьи, которым руководствовался Дух Святой на тот момент. Вот, ну уже и оно сбылось полностью, потому что ну, люди не могут так от себя говорить и выдумывать что-то за года вперед, я бы так сказал. Вот. А вот уже второе, как знаете, второе уже это второй вопрос. Да. Хорошо, да, Сергей, благодарю. Следующий участник нашей беседы сегодня – это магистр богословия Андрей Брик. Приветствую вас. Андрей, хотелось бы задать такой вопрос, ну, как вот богослову, который разбирается в истории христианства, в Библии. Насколько часто были в истории христианства такие случаи ложных пророчеств, либо ну, таких пророчеств, которые не сбылись? Было ли это так настолько часто, что, ну, так сказать, ежедневная, так сказать, рутина наша, да? Либо это все-таки редкие случаи, что вот, ну, иногда случаются, как-то вот появляются такие люди, которые что-то не так говорят. Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел бы чуть-чуть как бы дать определение слову, что такое пророк, да, что это за служение, потому что... Мы сразу начали говорить о пророках, и, возможно, люди не понимают и не знают, кто такие люди, пророки. После того, как из истории библейской мы знаем, Адам и Ева, они отошли от Бога, они ослушались Его, потеряв вот это уже как бы совершенное знание о Боге, человеческий род, он удалялся от Бога все больше и больше, и Бог начал искать среди людей тех, через которых бы он смог бы обращаться к людям, к человечеству, которое отошло от Бога. То есть это как посредники между Богом и людьми в каком-то да, смысле. И да, и вначале еврейское слово, которое определяло таких людей, это было «роэх». Это были люди, которые они видели какие-то сны или могли как бы предугадывать как-то так. Но впоследствии дальше христианская история и также иудейское предание показывает, что пророки, они приобрели более как бы такую глубже, шире служение, стали одним из ведущими в посредническом служении, потому что в израильском народе было несколько таких видов служения – это священники, судьи, цари и пророки, которые несли посредническое служение между человеком или обществом и Богом. И слово «наби», которое в основном употребляется в Ветхом Завете, оно используется 316 раз, означающее «пророк» или «тот, который слышит Бога и передает дословно то, что Бог сказал. Равенская как бы, традиция, она говорит, что пророки, которым Бог обращался, то есть люди, которых Он их избирал, Он их отделял как бы, от общества, Он их освящал и делал их особенными людьми, чтобы под воздействием Божьего Духа они могли слышать Божий голос и могли это все передавать. И... Да, позволь, перебью. Мы знаем, что есть пророки, в Библии написано. То есть это, мы понимаем, что такое было, и это правильно. Но вопрос вот таких вот ложных пророков, либо которых мы считаем, которые могут быть ложными пророками, насколько они часто появлялись? Когда израильский народ, он отступил во времена Ахава от Бога, и в иудейской, так же самой религии, была такая одна из практик, придворные пророки, которые были при царе, они ему как бы были и советниками, и наставниками.
И они как бы направляли весь народ Божий к Богу, к истине. Но при Ахаве народ Божий отошел в идолопоклонство, и они для того, чтобы имитировать как бы истинных пророков, этот же царь, он собрал вокруг себя, написано, 400 пророков, которые как бы придавали такой величины или славы для самого Ахава, и они пророчествовали, написано в Писании, от духа ложного. Это Бог через них не говорил. И там, в этом, когда Иосафат, когда пришел по приглашению к Ахаву, потому что он пригласил, чтобы совместно идти войной, он говорит, давай вопросим у Господа, что Бог скажет об этом. И там написано, что слово «Адонай», употребляется слово «Адонай», и они, вот эти пророки, использовали вот это, ну, как бы обращались к Адонай. Это было общее слово, как «господин». Но когда все пророки говорили, прорицали, что «иди, ты победишь, ты как бы возьмешь этот город» и так далее, то Иосафат говорит, что нет ли здесь истинного пророка? И он здесь употребляет слово «Яхве». То есть он понимал, что есть истинные пророки, да. В то время как у него масса ложных пророков. И, да? И этот Божий пророк, который поклонялся Господу Яхве, он сказал, что когда ты пойдешь, ты погибнешь, и твое войско будет как бы разбито. И так случилось, как Божий пророк сказал. Поэтому было это во времена истории иудеев, так и в христианской истории. Хорошо, то есть правильно будет сказать, что были и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и на протяжении истории христианства истинные пророки и ложные пророки, то есть они да. были, да, к сожалению. Хорошо, у меня есть вопрос к Сергею. Вот когда мы говорим о самом пророчестве, ну понятно, что со стороны как-то труднее рассуждать, да? Но вот человек, который сам пережил пророчество, когда Бог ему говорит... Некоторые люди, другими словами, некоторые люди так говорят, что есть пророчество, которое Бог прямо тебе говорит, слово в слово, и оно так и исполняется. Есть то, что называется условное пророчество, когда Бог говорит человеку, что будет так-так, но если ты сделаешь по-другому, то будет по-другому. А так вот, является ли правдой такое, что есть условное пророчество, есть безусловное? И зависит ли тогда от человека, что вот если я буду... чуть-чуть сильнее молиться, чуть-чуть громче, чуть-чуть больше, чуть-чуть что-то еще, то тогда президентом будет Трамп. Ну, а если я не буду молиться или мало буду молиться, ну, то тогда, ну, извини, пожалуйста, значит, не домолишься, да? То есть вот что можно сказать, вот, исходя из личного опыта? Из личного опыта, согласно этих пророчеств, я бы сказал так, что есть действительно два вида пророчеств. И первое пророчество, первый вид – это условное пророчество. То есть есть условное? Да? Есть условное, которое Дух Святой, и когда обращается к людям, он просто дает условия человеку. И такие условия, конечно, они зависят не от Господа, да, исполнения этого пророчества, а от того, как ведет себя человек на земле. Как он поступает, если он исполняет продолжение этого пророчества или продолжение воли Духа Святого Господа. И это пророчество, оно изменно. Практически я знаю много таких случаев, когда пророчество было, оно изречено, но так как люди, даже люди, они, ну, не поступали, это были верующие люди, но не поступали по слову или по тому пророчеству, оно практически не сбылось, потому что люди начали грешить. И они уходили, ну, в грехи, серьезные грехи. Потом уже Бог, он... Хорошо, значит, все-таки да. есть такое понятие, как условное пророчество. Да, условное пророчество, да. То есть, это первый вид пророчества. Можно ли так сказать, что, да. если, что были такие пророки среди американцев, да, которые да. вот именно так и пророчествуют? Условно, Бог да, хочет, да. чтобы угу. был президентом Трамп, да. но если у вас будет достаточно там молитв, постов, да. чего-то еще, да? Да, или оно все зависит от человека, это не зависит от Господа. Все зависит от человека, от нации, от церкви. Это угу. зависит, условное пророчество зависит конкретно от нас. А Бог, он изрекает, он хочет, чтобы был, например, там президент Трамп, но он смотрит на церковь, в первую очередь он смотрит на церковь. Церковь, он обозревает церковь,
И если церковь находится в таком расслабленном состоянии, они не бодствуют, перестают бодствовать, они надеются на то, что будет Трамп, все равно будет. Понимаете, да? То есть Бог может это отменить. Потому интересно. Что, да, потому интересно. Что люди, они уже надеются больше на себя или на опыт своего служения. Мы верующие, это 100%. То есть они подумали, что уже все предопределено. Оно уже 100% будет. Мы будем молиться, Бог нас услышит. Но оно не всегда так бывает. В условных пророчествах оно хорошо, так... Хорошо, мы еще к этому вернемся. Угу. Дорогие друзья, к нам также присоединился еще один участник. Один из пасторов церкви Вифания, у нас здесь Сакраменто, пастор Василий Деревенский. Мы рады вас приветствовать в этой студии. Добро пожаловать. Пастор Василий, вот вы так присоединяетесь уже к нашему обсуждению. Хотелось бы задать вам такой вопрос, вот как служитель уже с таким многолетним стажем. Вы молитесь Богу, вы получаете что-то от Бога, вы знаете служение пророков, как Бог через них действует. Но в такой церковной атмосфере, ну, то, наверное, вы, у вас очень большой опыт. Вот. Но в отношении того, что пророчество слышите о президентах. И вот вопрос вам такой, по Библии, как вы исследуете, как вы чувствуете, как вы понимаете, предопределяет ли Бог каждого президента для каждого народа? Или же у Бога работа с церковью? Вот, а уже как там люди, кого выберут, кто там выберет, это уже, так сказать, Бог не особо сильно переживает насчет этого. Вот как в вашем восприятии, таком пасторском? Я думаю, это мое мнение, что Бог всегда, и с самого начала, когда израильский народ сказал Самуилу, дай нам царя, и там написано как, и Бог назначил, кого выбирать. Да. То есть участие Бога в любом случае есть. Вот волю Его мы стараемся иногда пересилить. То есть вот свою волю. Бог, я же буду молиться, я буду настаивать, я хочу. А может, Бог не хотел этого? Наша задача – молиться, просить. А Бог, в конце концов, Он сделает так, как Он считает нужным. Я не считаю, что вот то, что пророчества были, про то, что будет, то, что были еще высказывания, может, были какие-то пророчества и видения, может, было у кого-то. Иногда вот это то, что выходит. Это больше человек, когда концентрируется, я думаю, что он, вот он направляет свои мысли, свое стремление к одному, пока он не увидит то, что ему надо. Участие Бога в выборах есть. И поэтому даже если мы перейдем уже к Новому Завету, там же тоже написано, что молитесь за царей, за правительство, за всех. То есть Бог участвует, Он никогда не остается в стороне. Только мы не можем заставить Бога так, как мы хотим. И если Бог открыл, и это откровение, это пророчество, это видение, соответствует Евангелию, Писанию, оно исполнится. Может, чуть позже, может, чуть раньше, оно исполнится. То, что Бог сказал, оно исполнится. Ну вот эти пророчества американцев, которые были о том, что будет президентом Трамп, то, что не исполнилось, вы считаете, признаете это неверными пророчествами, неправильными, неистинными? Я не скажу, что это ложное пророчество, но что то, что они не от Бога полностью, или же человек где-то не так понял и объяснил, я вот так скажу. Интересно. Может, человек ждал, что вот я молился, у меня Бог, ты же мне открываешь, вот, а вот этот раз я хочу, чтобы ты мне именно вот так открыл, как я хочу. Ага. Ну, один из пророков, который покаялся, не буду же называть его имени, из американцев, то он так и объяснил свое покаяние, что я что-то получил от Бога, вот, а потом добавилось мое человеческое, а потом мои желания личные, что мне все-таки хотелось, что президентом был Трамп. Вот, ну и вот как-то оно все вместе, оно вот туда вот и пошло. Да, и это не потому, что, этот, может, человек хотел обмануть, хотел что-то сделать такое, что потом будет каяться, но он немножко, вот как он сам сказал, что немножко человеческое свое желание, свое
такое ввел то, что ему больше подходит, потому что вот мое вот так я думаю, и вот а Бог вот тоже что-то наподобие этого сказал, а не исследовал по Писанию. Оно точно так должно быть. То есть хочется помочь Богу иногда. Вот именно, чтобы подсказать, подвести, помочь. Андрей, вот когда мы рассуждаем на эту тему, вот ложные истины пророков, вот все-таки интересно, что в Ветхом Завете, ну что делали с ложными пророками, с неистинными? Ну, как бы, те верующие мы знаем, да, побивали камнями. Вот. На сегодня, ну, как-то живем в такой демократическом мире, ну, как-то так негуманно кого-то побивать камнями. Ну, а все-таки вот, если человек, ну, пускай даже не полностью сказал неправду, пускай, может быть, не на 100% это было ложное пророчество, может быть, там 50 истинного и что-то добавил свое. Ну, вот что мы будем делать с этими пророками сейчас? Или что надо делать было бы, а то, ну, как-то так висит все. Я думаю, что здесь ситуация как бы такая неординарная, потому что здесь как бы произошла такая игра за кулисами. Да. Игра пророков? Ну, они просто были втянуты в эту игру. Я думаю, что я не есть сторонник какой-то политической партии или там одного или другого кандидата, но я лично усматриваю здесь определенный такой как бы ажиотаж или обман. Или, ну, как бы с христианской точки зрения это больше выглядит как обольщение народа Божьего. То есть не самих пророков даже, а просто... Да, я думаю, да? Что, во-первых, эти люди, которые пророчествовали о президенте Трампе, они уже были как бы причастны партии, которую представлял президент. Это во-первых. И они очень часто как бы в Белом доме, они как бы имели встречи и так далее. И я думаю, просто они как бы играли на публику. То есть человеческий фактор самообмана? Они играли на публику для того, чтобы вот эти люди, якобы они представители какой-то конфессии, и они за Трампа. Тем более, что господин Трамп, он использовал очень часто библейские какие-то термины, возможно, стихи, иногда держал Библию. И наивные христиане, они вместо того, чтобы разобраться, что происходит, они просто вот так кинулись поддержать его. И вот эти пророчества, которые они пророчествовали, это было чисто, я думаю, ихнее дело. Здесь Бог вообще ни при чем, и да, это чисто обольщение. Это мое личное мнение. Что делать с этим пророком? Вот. Что делать? Бог когда-то говорил к Моисею по отношению пророка. Здесь в Второзаконии, 18 главе, есть такое место, с 21 стихи, 22. «Если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. То есть одно из таких как бы наших реакций, во-первых, мы определили, что эти люди, они 100% дерзали от себя, по крайней мере. Это во-первых. Во-вторых, что мы их не должны бояться. Это потому что мы должны бояться тогда, когда Бог говорит, но мы как-то не хотим послушать Бога, как бы мы должны бояться в этом случае, чтобы ослушаться как-то Бога. Но конкретно здесь говорится. То есть физического не должно ничего быть, а вот отношение должно измениться. Ну, я думаю, что надо их призвать просто к покаянию и уже люди, чтобы знали в будущем, что вот такой феномен, хорошо, он есть. Прежде чем я к пастору Василию перейду, можно краткий ответ на вопрос? Сергей, вот исходя из такого все-таки 10 лет большого стажа твоего служения вот в этом пророческом служении, почему не видно было, не слышно было истинных пророков, ну, либо просто пророков, как тут сказать, которые бы выступили против еще до того, как победил президент Байден? То есть почему не было никого видно и слышно, что вот, дорогие друзья, пророчество именем Божьим, что вот это лжепророки?
А вот у нас здесь это истинный пророк, и президентом будет, ну, либо еще не определенного Бога там, либо будет другой человек. Ну, то есть, ну, как-то, чтобы было понятно, что, ну, вот, вот это вот ложные пророки, а вот это вот истинные пророки. Или так Бог не хочет разделить всех? Я думаю, что именно в концепции самого пророчества, именно в основе, да, лежит любовь. Лежит любовь. Это в первую очередь. Любовь что Бога к человеку. Человека или пророка Господу, это первое, и любовь пророка ко всем людям полностью. Если этой любви нету, практически пророчества тогда могут быть, вы понимаете, как уже говорили братья. Но я считаю, что или именно мое положение. То есть правильно я понял, что из-за любви к людям, чтобы не, вот еще чтобы хуже не было, стало. Да, разделений, это тоже может быть допущено. Да. Было бы допущено, да, чтобы не было голоса пророчества против может тех, быть, кто так вот пророчество. Это тоже. Ага, это может быть из-за любви. И также я хотел бы сказать, сам пророк, он пророчествующий, да, он должен иметь любовь. Это в концепции вот этого служения лежит бейс, лежит любовь. Если то вот есть в каком-то смысле те, кто пророчествовал за Трампа, у них было мало любви к другим партиям? Практически я видел, наблюдал такую картину, что я сам даже был в таком обществе, где я видел плакаты за президента Трампа, это в славянском обществе происходило, и я просто некоторым людям сказал, что будет, если поставить здесь столик людей, которые будут говорить за Байдена, то же самое. И мне люди сказали просто, это недопустимо. Это невозможно. То есть не было чувства это, любви. Да, вот это есть, я думаю, в основе пророчества и вообще пророческого служения должна быть любовь в первую очередь. Вот это и, интересная мысль. Да, это очень важная мысль, да. Пастор Василий, вот все-таки, как можно это объяснить? Вот пророки истинные молчат, ложные, либо так, полуложные, или как их назвать, ну, не совсем истинные вот выступают, но как Бог на это смотрит, вот? Можно я добавлю немножко, что да, делать пожалуйста. С такими пророками? Ага, давайте. А с ними не надо ничего не делать. Они ничего. Сами себе сделают, сделали уже и сделают еще, чего будет видно. Ну, пастор Василий, так придет время, они опять будут выступать, опять пророчествовать? Ну, окей, я сейчас приведу пример. Когда мы приехали в 92-93 Family Radio в Окленде, там был пастор, который предварил день пришествия Христа. Он назначил день, назначил время. От имени Господа. Да. И его церковь вышла на гору, куда они определили. Он тоже действовал от имени Бога. Было пророчество, не было пророчества, я не могу сказать. Но факт то, что пришел день, как было, так и было. А он сам испугался, потому что люди продали свои бизнеса, свои дома, остались на улице, а он сам убежал в Техас. Ну, это не первый случай. Ну, вот, вот так и потом эти пророки сами себя и зарывают. Их не надо больше наказывать. С них спросит Бог, зачем я, человек, должен кого-то стараться у кого-то, кого-то обвинить, кого-то вынуждать, принуждать к чему-то. То есть мы получили опыт, увидели, какие могут быть пророки истинные, какие могут быть ложные. Мы всегда должны сравнивать пророчество, видение, если оно не соответствует слову. Ну, когда пророчество идет, что будет президентом Трамп, как проверить, что вот оно соответствует слову или не соответствует? А пусть читает Библию. Библия, если начинать уже говорить за личность, за человека, да, за личность. А можешь ли ты подтвердить свое пророчество, свое видение по Библии? Если нет, то сразу можно сказать. А если люди некоторые делают себе популярными, стараются на этом, как уже братья сказали, известность какие-то заработать, известность, очки себе набрать, ну, что делать с ними? Ничего не сделаешь. Я хочу добавить, апостол Петро, в втором послании, 2 глава, 3 стих, он говорит, «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Вот, пожалуйста. То есть оно уже предрешено Богом. Если человек покается, если Бог еще даст такому человеку покаяние,
то да. А если нет, может то быть, уже... еще какие-то дополнения? Может, вот да, дополнение. Да. Я бы сказал бы, мое понимание такое, что в этом действительно должна быть любовь в первую очередь и милость. Будь то оно лжепророчество, или оно не сбылось, это пророчество, вы понимаете? То или оно сбылось, да, по отношению к тем людям. Это очень важно. Пример этого местописания Даниила, 2 глава. Если вы помните, когда Навуходоносору, да, приснился сон. И объяснение его практически никто не мог из его придворных объяснить это видение. И там были представлены гадатели, халдеи, все чародеи, практически magicians по-английски, да. Но никто не мог дать это просто толкование, открыть да. толкование этого сна. И тут написано так, что приказ был отдан Ареоху, по-моему, да, чтобы все были мудрецы Вавилона уничтожены, все полностью. Да. Но Даниил, там написано было такой случай, что именно Даниил, он вопрошает эту слугу. Который, кстати, был главой над ними. Главой над да. ними, и в нем там были, он же все это видел, всю эту картину. И он говорит, почему такое строгое повеление царя уничтожить их всех? Ага. Почему их уничтожить? И просто... То есть он не обрадовался он этому? Он не обрадовался этому. Он понял, что это неправильное отношение к пророкам и лжепророкам, magicians. Или других там людей. И смотрите, что он делает. Он делает просто, выпрашивает в этого человека стража порядка, у которого был меч, который готовый сегодня же зарубить человека. И он выпрашивает, дайте немножко времени, дай мне время. Мы представим значение и толкование вот этого сна. И действительно, они представили. И потом он сказал, и еще раньше он сказал, не делайте вреда вот этим всем людям. Я основываюсь на том, что именно как написано в Петра, там написано, что дайте отчет, по-английски очень хорошо такое слово звучит, respectfully. То есть respectfully, то есть с большим уважением. С уважением. Да. С большим достоинством дайте отчет за свое действование. То есть и тут видно, что Даниил, он не применял меч. Изрубить, зарубить, выгнать. А, хорошо, ну, но было покрыто. Ну, как бы интересная такая мысль, которая... А то мое такое... Ну, чуть-чуть, чем она затрагивает душу, потому что обычно люди как бы, ах, так лжепророки, да, конечно, их да сейчас там камнями, да там их надо то все. А, ну, такая все-таки чисто христианская, да, истинно христианская мысль, что все-таки надо относиться как-то с пониманием, попробовать, да, отнестись. Но вопрос, а что ж тогда делать с простыми людьми, которые, ну, как получилось, что ли, обманутые? А, ну, то есть люди поверили, люди так уже довольны были, счастливы, что вот их кандидат будет президентом, это Бог сказал, оно должно исполниться, как иначе. А тут уже люди с них смеются, что как бы, ах, так это что, ваш Бог такой, это ваши пророки, вот они такого наговорили, то а вообще, какого Бога вы верите? Ну, ты как бы, а что мы можем сказать таким людям? То есть тоже в утешение должен что-то говорить или... Или, может быть, эти люди слабо молятся, сами что должны сами получать откровение, вы их обвинить в этом, или то есть, как нам должно сказать этим людям? Я думаю, что обвинять мы никого не должны. И им просто таким людям надо ну, придать здравый смысл и толкование, что бывают пророчества, не все они лжепророчества, если даже они не сбываются. Это по Слову Божьему. И это не значит, если было сказано пророчество за Трампа, что должен быть Трамп, президент Трамп, второй срок, и оно не сбылось, это не значит, что это не от Бога пророчество. То есть, если условно пророчество, я понимаю, что-то так, не то произошло, да, то... Бывают изменения, бывают большие изменения, и Бог меняет план. Бог меняет... Ну, так и написано в Библии, да, что если я изреку большие изменения, благословение, да, но народ начнет грешить, то да, я отменю это благословение. Да. Очень часто и очень много Бог отменял просто благословение. Мы видим, у людей вот, пророчество изменялось. Второй вид пророчества, название его, это безусловно или директивное пророчество. Есть условное пророчество, а есть директивное. Вот это уже вопрос второй, которые не меняются абсолютно. Не меняется. Не меняется. Это слово «директива», оно но как дано... Четкого деления у нас есть или нет? Да. Если пророчество, звучит слово «если вы так...» Это так, уже... Да, это уже... Если да, слово этого «если нет», то значит директивное. Да. Это есть директивно, то есть точное. Да. Пастор Василий, вот все-таки как... Что людям сказать, которые, ну, так сказать, даже смеются уже с верующих людей, что...
Ну, верующие люди не должны ожидать, что нас будут возвышать. Угу. Никогда верующих не возвышали, и тут не надо ожидать. А людям, которые попались такому влиянию, просто возьмите, читайте Библию, посмотрите. Угу. Прежде чем увлечься, прежде чем побежать за каким-то шумом, узнайте, что за шум. Угу. Не просто бежите, а посмотрите, соответствует оно Слову Божьему, не соответствует. Если соответствует, ожидайте исполнения. Если вы не уверены, молитесь. Если уже больше хочешь, еще молитесь, пока вам Бог не даст ответ, раз вы уже так увлечены каким-то человеческим поступком. То есть самое первое, самим не увлекаться этим, да? И во-вторых, что если даже увлекся, то попробуй ищи разобраться. Ищи ответ в Писании. Не ищи у человека. Потому что люди такие, что мы всегда немножко приукрашиваем, когда хотим, чтобы что-то приняли от нас. Угу. Один из примеров, который сейчас мне пришел на память, один из служителей рассказывал, пророк пророчествует, вот, и говорит, я когда пророчествовал, не понимаю, что Бог через меня говорит. Вот. Ну и захотелось чуть-чуть помочь, ну, то есть человеку, которому пророчествую. Ну, я, говорит, чуть-чуть добавил так это самое. Вот. А потом уже спрашиваю этого человека, тебе понятно было пророчество? Он посмотрел, говорит, ну вот вы знаете, вот то, что вот до этого времени было, вот, оно было понятно. А то, что потом, вот что-то вот непонятно. И говорит, у меня вот Бог осудил в этом, что вот то, что добавил, оно получилось непонятно. Он хотел внести ясность, да, а получилось наоборот. Ну, поэтому мы всегда должны, и человеку верующему не должно быть трудно. То есть даже если его разрешить, в чем-то... оно правильно или неправильно, так или нет. И вот как он сказал... директивно, если Бог, допустим, идет пророчество и говорит, сын мой, ты вот в таком-то должен покаяться. Вот то, что ты там какие-то... Если не покаешься, то если... будет... Да. Так-то, то есть, когда Бог говорит, указывая, может, не открывая тот, что мой грех, но говорит, что вот ты где-то проявил слабость, ты где-то проявил какие-то такие человеческие чувства, дал чувствам, перекрыл Божьи чувства, которые должны были быть своим человеческим. Андрей, вот у меня такой больше богословский вопрос. Есть пророки такие, особенно среди американцев, которые так искренне верят, понимают, что Слово Божие, которое дается, оно дается тебе как потенциал. Вот, как будто бы сила такая мощная тебе дается, вот, а потом уже твоя обязанность взять это Слово Божие и его так воплощать в жизнь своей верой, своими действиями, своими призывами. Вот, и поэтому от тебя будет зависеть, насколько ты приложишь усилия, вера твоя, через твою веру Бог действует. И если у тебя крепкая вера, если ты полностью все сделал, как должен, то оно исполнится. Вот. Ну, а так как верующие христиане ослабли, слабо верили в то, что будет Трамп президентом, поэтому оно потенциал был, слово было, истиной было, не смогли разобраться там с этими делами. Насколько это богословски оправданная позиция? Я думаю, что это индивидуальный подход каждого человека. Ага. Каждому пророку или? Каждого человека и тем более каждому пророку. Угу. По отношению предыдущего сказанного, я бы просто хотел бы сказать, что анализируя множество пророчеств американских о Трампе, также видений или сновидений, наших славянских верующих. Из всего сказано было все безусловное. 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 То есть будет и все? Да, будет и все. И я сам для себя сделал такой вывод, что это было все-таки чисто обольщение народа, во-первых, а во-вторых, это было дерзость пророков, и это все было не от Бога. И это все разрушилось. Потому что если Бог говорит, то Бог созидает, и Бог достигает своего. Но здесь не было... Такого момента не было, чтобы Бог дал потенциал, а люди сами, пророки, служители не справились с этим. Если смотреть в Ветхом Завете, Бог очень часто давал общие такие наставления для израильских царей. И они
просто цари, которые приходили к власти, они просто брали эти наставления и воплощали их в жизнь. И они становились весьма успешными руководителями государства, и Бог действовал через них, Бог обновлял народ, Бог приходило такое пробуждение, потому что открывались глаза этих царей на ситуацию духовную, которая царила в, ну, как бы среди народа. И в настоящем вот, как бы, в нашей ситуации, когда мы вот здесь жили, я лично не увидел в Трампе именно такого человека, который действительно мог бы, он мог бы, по сути, но он не, так не сделал, что он какие-то реформы сделал, что как-то, что что-то такое, да, что это привело бы к какому-то пробуждению. Его личная жизнь, ну, я как бы не знаю, как бы так, как так, а из того, что мы могли видеть, я не видел у него плодов покаяния. Он просто был неверующим человеком, ну, в смысле, светским человеком, светским лидером, а такой козырь, как говорится, использовал, как и многие предыдущие президенты, он использовал христиан для того, чтобы первый раз, как бы, прийти к власти, и потом пробовал второй раз. Но я думаю, это здесь... такое личное мнение, как... Да, это мое личное мнение, это мое такое исследование, то, что я видел, что, о чем пророчествовали пророки. И еще, что я заметил это в этом всем, что Трампа настолько верующие, как бы, превознесли в своих глазах, что в какой-то мере о Боге, о Христе, о Божьем промысле меньше говорили, чем о самом Трампе. То есть он стал как таким идолом для христианства, и этот идол пал. Христиане в какой-то мере сами помогли пасть этому человеку, потому что он в какой-то мере возгордился, он был уверен 100%, и действительно, все шло так, что он действительно как бы должен был выиграть эти все выборы. Но я думаю, что здесь... надо еще понять одну истину, что Бог является Богом-ревнителем. Бог есть Бог. Ревнует не о президенте, а о христианах. Бог есть Бог, да. И христиане должны были в какой-то мере помогать Трампу своими молитвами и так далее, но никак не полагать настолько надежды, что даже это затмевало самого Бога. Да, это правда, это правда. К сожалению. Хорошо, друзья, у нас осталось уже немного времени, но последний вопрос, который хотелось бы разобрать. Все мы, как христиане, которые читают Библию, мы знаем, понимаем, что там написано о дарах Святого Духа, о Ветхом Завете, что там было много пророков, пророчеств, ну и сам Ветхий Завет частично состоит из пророчеств. А в Новом Завете дары Духа Святого, и даже мы читаем о том, что в Деяниях апостолов, после того, как проходили евангелисты, за ними, как написано, шли учители и пророки. То есть вот так интересно, что, ну, такое даже сочетание странное, необычное, учителей и пророков. Вот, то есть, другими словами, мы понимаем, что само пророчество, как дар Святого Духа, о нем мы читаем в Библии, в Новом Завете, оно действует, оно реально, оно так же, как и другие дары. Вот, и одновременно мы видим, что есть люди, которые используют это для каких-то своих личных целей, являются ложными пророками, либо, так сказать, немножко туда и немножко сюда, как-то перемесь какая-то идет. Вот. Но вопрос в том, как, что мы можем сделать, чтобы как-то посодействовать, чтобы больше было истинных пророков? Можем ли мы что-то сделать? Если можем, то что? Да, мы можем посодействовать, если мы... нужно в первую очередь пророчество, это большая ответственность. Да. Мне очень интересно, попадало так беседа с людьми, которые говорили, уточняли лжепророчество или не лже, они разделяли, изучали вот это все дело. Но, понимаете, это очень тяжело его разделить, если ты сам не являешься в пророческом служении. Вы понимаете, вы так можете приблизительно так что-то сказать, но ждать, как пока сбудется. Человек, как музыкант без образования. Да, то же самое, если вам будет преподаватель математики музыку преподавать. Да. Это то же самое. Я считаю, что эти вопросы должны затрагивать люди, которые имеют, ну, at least иметь какой-то experience, и которые были задействованы Духом Святым, и проявлялся Святой Дух через них. Хотел сказать немножко насчет Нового Завета тоже, то там в Петра, помните, написано,
У вас же будут лжеучителя, да. как там были лжепророки. То есть очень интересно, апостол Петр, он подчеркивает, у вас не будут лжепророки, а говорит за лжеучителей. Ну, надо исследовать. Там были, момент, да, посмотрите, да. очень внимательное да, писание, это, да, вот тут братья, они понимают, написано, были там лжепророки в Старом Завете, они спираются больше на тот, но у вас будут лжеучителя. Я думаю, ответственность, ну, я просто дополняю эти вопросы, что ответственность и появляется с кафедр лжеучителя, так, то же самое, как лжепророки, вы понимаете, да, то же самое на этих людей. Что нам нужно сделать, чтобы да, работать? Нам нужно молиться за них, попечение должно быть. Попечение служителей. Служителей старших. Mm-hmm. И я думаю, что сосуды, они или пророчествующие люди, которые имеют эти дарования, они должны работать вместе со служителями. Ни в коем случае не должны работать те против тех, а те против тех. Вы понимаете? Лучше хорошо, будет. Значит, со стороны простых христиан это молитва. Да, поддержка. Поддержка да, молитвенная. Поддержка. Со стороны старших служителей уже идет это как забота, попечение. Попечение у этих людей, это очень важно. Андрей, что можно добавить, если кратко? Петра, второе послание, первая глава, 19 и по 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь апостол Петр конкретно говорит, что откровение Бога по отношению всего выше в Писании сказанного, откровение о Вселенной, о Боге учение, о человеке, о грехопадении, о будущем, о всех вот этих вещах, оно все уже полностью завершенное, абсолютно завершенное. И в новозаветний период Бог ничего нового нам не откроет, именно как бы по отношению будущего, к чего-то, каких-то тайн, чем прежде уже Бог сказал. По отношению также учения. Если какой-то пророк начнет учить чему-то не то, что было прежде уже пророками сказано, то это уже 100% лжеучитель. Все, что противоречит Писанию, оно должно ставиться под вопрос. Да. Во-первых, как надо исследовать... Как мы можем помочь истинным пророкам? Понятно, что с теми пророками. Как мы можем помочь истинным пророкам? Как мы можем помочь истинным пророкам? Пророкам истинным, во-первых, надо изучать вот эти все истины, которые были открыты ветхозаветным пророкам. Потом, когда Христос уже пришел и исполнилось множество пророчеств, Христос очень много еще интерпретировал истин, которые были сказаны пророкам, но люди этого всего не понимали. И благодаря учению самих апостолов и учителей ранней церкви, эти учения были, они доступно изложены. Хорошо. То есть, другими словами, они, любой служитель, который участвует в пророческом служении, в каких-то дарованиях Святого Духа, он должен пройти, желательно пройти какой-то процесс образования богословского, христианского, для того, чтобы он все-таки понимал, что было за пророчество раньше, как оно исполнялось, как не исполнялось. Вот это вся, вот это все основные заблуждения, что люди, многие не имеют познания самой истины, начинают говорить такие вещи, что они сами потом не понимают, и потом, а в будущем, то может, Бог откроет как-то там, мы поймем, сейчас мы не понимаем. Это основное, основополагающее, что мы можем сказать. Мы должны исследовать само учение и держаться его, и мы точно не заблудимся. Да, да. Пастор Василий, вот все-таки с такой пасторской позиции мы так исследуем с разных сторон. А вот как мы можем помочь вот истинным пророкам? То есть дубиной гнать ложных пророков – это можно. А вот как все-таки поспособствовать, чтобы чем больше было тех людей, которые все-таки имеют от Бога этот дар, дарование Святого Духа и участвуют в этом служении? Дубинкой гонять никого не надо.
Но мне понравился твой вопрос с ответом, который ты вначале дал. И вот это самое правильное, что пророки должны быть в церкви. Как апостол Павел был первый, за ним шли ученики и пророки. А в церкви должны быть служители и пророки, и Библия. И все пророки, все те, что видение видят, они проходят испытания. Служители проводят их через испытания, молятся с ними, слушают их, смотрят, соответствует ли слово Библии. И немножко я не согласен с тем, что они должны быть образованными. Не обязательно. Почему? Потому что хорошо, что наши бабушки были сильно грамотные, что Бог через них открывал, и пророчества были, и исполнялось это все. То есть это ответственность больше служителей. Смотреть, молиться, проверять эти сосуды, испытывать их, смотреть, соответствует Библии, соответствует слову, да, а если не соответствует, спасибо, остановить. Спасибо, пастор Василий. Благодарю вас сердечно за ваше участие. Пожалуйста, 20 секунд времени и в каждую из вас сказать пожелание нашим телезрителям. Я желаю, братья и сестры, чтобы, может, ваше пророчество не сбылось или как-то вы разбились на этом. Я желаю вам не разбиваться или какая-то церковь разбилась, что-то было не так. Продолжайте работать в этих дарованиях, умножайте веру, знания. Может, действительно нужно покаяться в чем-то. Это правильно, оно приведет только вас к спасению и дальнейшей работе. Я очень желаю, чтобы такие люди продолжали работать, потому что много из них было истинных пророков, которые пророчествовали в начале, и были перемены. Да, Сергей, благодарю. Да. Андрей, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы, дорогие друзья, вас призвать к тому, чтобы вы были осторожны ко всякому посланию, которое предлагается для вас, и все его смогли с Писанием все сверивать. Соответствует, во-первых, оно предыдущим пророкам, самой истины той. Во-вторых, чтобы мы могли посмотреть на служение новозаветных пророков, они в основном что делали? Они учили самому учению, они предвещали какие-то события и наставляли народ Божий к Богу. Ничего больше, если пророки что-то пытаются делать, это все остальное, все дерзость. Да, поэтому спасибо. Будьте осторожны, пускай Бог, Он ведет вас, и, конечно, Дух Святой наставит вас на всякую истину. Да, благодарю. Пастор Василий, 20 секунд. Что, друзья, хорошая беседа, хороший разговор. И самое главное, что он очень важный, особенно для нас, пятидесятников, которые живут видением, которые живут пророчествами. Хорошо очень. И в то же время мы должны жить не пророчествами, не видениями, но основывать все свое служение на Библии, на Новом Завете, как учит Писание, так и жить. А остальное, когда Богу надо будет видение какое-то, пророчество, Он даст и направит нас. Спасибо, благодарю вас еще раз. Дорогие друзья, итак, вот то время, которое у нас было, тема очень интересная, ее можно еще развивать, но думаю, что какие-то основные, такие основополагающие вещи мы вам передали, поэтому да благословит вас Бог, храните себя и все-таки продолжайте стоять в вере.